народ собирается, но я думаю, что я сейчас все же быстренько окунусь и поеду домой. Ну что, померим температуру сейчас воды. О, блин, ничего. Надеюсь, ничего с ним не будет. Ну, я не знаю, видно, нет. В общем, 26,5 градусов вода сегодня. Ну, море теплее, чем воздух. То есть, море 26,5, а здесь, наверное, 23 будет. Вот, остановилась температура, 24,5 температура воздуха. И 26,5 температура моря. Так что море на 2 градуса теплее. Что не может не радовать. Так что я пошел и искупаюсь. Сейчас переоденусь обратно и поеду, потому что там туча и вон там молния сверкала. Смотрите, какие здесь будки рядом с морем, и она даже работает. Вот, видите, появилась надпись. Прикольно. У нас, по-моему, такие еще в конце 90-х закончились. Смотрите, как они строят дома. То есть это своя технология, вот эти рыжие штуки, это пенопласт. То есть из-за того, что здесь периодически бывают землетрясения, дом должен иметь определенный вес. То есть он должен быть легкий. Вот, поэтому дом процентов на 50 состоит из пенопласта. Именно вот перекрытие между этажами. И стены тоже, соответственно. Едем на съемку, сегодня дождь. Мой рабочий рюкзак, удобный. Камера, электронный стабилизатор. Это модель, блин, я даже забыл. Выбил S. Да, как я мог забыть. Zoom H5. Такая насадка от ветра. Сейчас наушники оденем на Олю. И надо будет записать с турецкого на русский. Все это дело перевести. Также у меня пара объективов. И ручки для стабилизатора. Ну и запасные батарейки. Вот так. Ну и в запасной рюкзак там всякие зарядки и провода. Короче, мне дали попробовать вот эту штуку, баночку. По-моему, это ореховая паста. И очень вкусная. Да, классная. 250 рублей, 380 грамм. Летом прохладно. А зимой, так как ветер не попадает в квартиру,
также очень комфортно. Перевод. Здравствуйте, здравствуйте, вы здесь живете, да, здесь? Это моя квартира. Ну, это без. Я для подъема. Готово. Таких уже до хера было. Наверное, на... Мы зашли в русское кафе, перекусить здесь есть и борщ вам, и солянка, и суп с курицей, с тефтелями, и окрошка. Солянки нету, да? Ну ничего страшного. В общем, вся русская еда. Еще раз крупный план. Одну-две положи, крупный план. Мы наконец-то отсняли последний дубль. Только что время сейчас 6 часов вечера. Снимали весь день. Так что сейчас отведаем Оле на приготовление. Стрепнет. Бабины пиво. Но это мы сами делаем. Сами пиво. Анталии больше нет. Но это погадаю, угадаю. Это потом. Вы там. Не гадай, но не так делаешь. Это когда пьешь, поворачиваешь, ставишь, она сама так должна течь. Да. Это ты взяла, насильно себе всю жизнь испортила. Ну, то есть карту свою. Насильно, блин, еще. Один чешская, один немецкая и один черная. То есть в Анталии знаешь, везде, куда не пойдешь, или Эфес, или Тубор. А в Турции, то есть по всей Турции так. В Стамбуле только пару фирм есть, в Измире есть, в Анкаре. А в Анталии единственная фирма, которую крафтовое пиво мы делаем. Вот это какое? Это немецкое. Все не фильтрованное, да? Еще выпить, еще, тем более работа закончена. Покушайте, что это еще заказать? Сколько стоит пломба обычная, без удаления нерва, к примеру, просто пломбу старую вычистили? 200 лир пломбу поставить. Какая-то хорошая, да? Ну, она световая? Нет, да, конечно. Делать? Я только японские эти делаю. А, это хорошая какая-то качественная пломба. Вот, друзья, смотрите, пломбу поставить без удаления нерва, вытащить старую пломбу, поставить новую, стоит 200 лир. В переводе по сегодняшнему курсу это 2000 рублей. Дешево. Здесь, вот, Дима говорит, самое холодное время – это декабрь-январь, это дожди. Февраль. Такой дождь, наверное, 0 да? градусов неделя максимум, что можно. А, все-таки 0. Максимум. Теплую куртку надо, наверное, купить, да? Днем вот так можно ходить. Днем даже иногда, ну, если не дожди, да. А если вечером? Вечером уже прохладно, куртка. То есть кофта, вот такая, вот такую вот кофту можно будет одеть, да. И будет тепло, в принципе, да. Вечером, да? Когда дожди, понятно, дождь там везде одинаково. Но днем бывает, когда знаешь, даже в январе, в феврале иногда плюс 15, 20, даже 25. Вообще в рубашку ходишь, а вечером, конечно, уже холодно. Не знаю, как его зовут, он сидит здесь в кафе Кофнер и наблюдает за всеми. Дай лапу. Дальше. Котик. Иди сюда. На. Вот тут смотри какой. На. Какой хищный кот.